пытаюсь равняться на тебя. Я не унываю. Передвигаться в одиночку опасно. Проклятые рейдеры патрулируют весь округ. Мне надо с собой народ набрать, состав отряда. Давай его песика возьмем. Попробуем. Так, журнал. Что мне там надо? Улучшать процветание. Привести на базу всех специалистов. Лучше постройки всего. Хоп. Так, карта. Мне сюда надо. Пойду сюда. Увидимся. Спасибо, рад, что ты на наш. Так, состав отряда. Песик со мной пойдет. Пойдем. Откройте ворота! Работаю на износ. Но оно того стоит. А, он со мной, понял. Ублюдки в масках тянут из нас все соки. А тут и раньше были проблемы с едой. Ладно, погнали. Надо тачку себе взять какую-нибудь. Сейчас закажем себе тачку. Так. Продать все. О, на тракторе будем гонять. Песик за мной бежит. Ха-ха. Траву можно взять. Растение взять какое-то с этого. Не, надо будет квадроцикл, было бы, или мотоцикл. Ну еще растение.
Че? Какой-то хорошенький. Так, перестрелка у нас. Е-мое, охренеть. Завалил, блин. Кое-как мне прям повезло. Базуку не буду брать. Так. Карта. К Селене мы идем. Сейчас поможем тебе, дружище. Больно, господи! Я пошел! Любая твоя помощь пригодится. Свои. Поехали на мотоцикле. Быстрее, я вот почему они здесь. Я успел. Этанол получили. О, еще. Фига ты, пес, рядом запрыгнул. Thank you.
Свои. Тоже свои. Так, надо посмотреть под заданием что-то. Я практически подъезжаю. Все отлично, идем дальше. Песик хорошо сработал. Воу-воу-воу, ребята, ребята, подождите, не стреляйте. Хедшот. Красавчик, иди ко мне. Так. Все, можно дальше ехать. Прыгай давай. Стой. Я как-то туда не заглядывал. Дневник выжившего. Рейдеры неумолимо идут вперед. Я скрываюсь от них уже несколько дней. Тыры-пыры.
Так, это я все смотрел. Быстро, все, можно ехать дальше. Так, кто это у нас такой? Волк! О, рассвет. Так хорошо. Так, еще вот растение берем. Растение. Дальше пешочком, я Ингредиенты беру. Фонарик, чё-чё-чё? Мне показалось, фонарик бы какой-нибудь. Еще чуть-чуть до нее. Я не доехал. Сейчас квадрик возьмем, доедем. Тут все важно. Ага, вот он. Физика, психология. Мне нужна пара рук. Ну, типа у меня есть свои, но еще парочка. Ты сможешь прыгнуть, если поверишь. Нет, блин, не смогу. Привет. Боже, дружочек, у меня тут случай эпического провала.
В прямом смысле этого слова. Вертолет разбился. Я эти выращиваю травы. Ну, ты понимаешь. Не спрашивай, какие. Те самые, да, те самые. Я притащила сюда свой полевой комплект и... Он упал. Свалился, блин, прямо в эту странную дыру. А там типа результат всей моей работы за год. Что за набор? Ну, за последние полгода он спас меня от 8 недостаточностей и 4 инфекций. Я, конечно, могу вырастить все заново, но если по чесноку... Ну, реально, дружочек, это аптечка, я без нее сдохну. До следующего урожая точно не дотяну. Да что там, до следующего месяца. Сейчас люди мрут от любой заразы. Достанем аптечку, и мы протянем еще какое-то время. Чтоб с чистой душой сдохнуть в бою, а не от того, что наступил на гвоздь. Ну давай. С местными грунтовыми водами. Сделаем глубокое погружение. Здесь разные травы и цветы, которые плавят мозг. Охренеть. Слез, блин. Надеюсь, сейчас здесь появлюсь. Навыки. Так, кошку теперь надо прицепить. Как ее прицеплять-то? Е. Я прям как разрушительница легенд, только с лекарствами. У людей цинга, бронхит, прочая хрень, а я лечу их сосновыми иголками и припарками, которые делаю по наитию. Да я прям звезда! Ага, понял. Ё-моё, фига мне здорово. Все, спрыгну. Так, интересно, что это у нас тут? Так. Заходим в зоне поиска. Сейчас вода будет подниматься. Бегу, бегу. Кстати, вон там ящики были, охереть. Так, теперь проблема в том, что в
Нужно больше воды ей, да? Собаки, пятки. Мой был пес, у вас, блин, загрыз бы. Закрыто, да? Странно. Титана взял. Так, а где здесь ручники? Пониже, чтобы не спуститься. Чуть-чуть. Я думаю, мы на правильном пути. Давай. Блин, да ладно. Вода прибывает, охренеть, как быстро. Скорее возвращайся к дыре. Бегу. Отдыхать. Так, здесь нет. О, что-то патроны есть. Ящичек опять сейчас взломаем его. Там он взял.
Ну давай, попробуем. Успел, блин, охренеть. Кое-как. И что, я обратно то же самое плыть? Или дверь может откроется? Мы все погибнем, если будем обращаться с системой так легко, мы с накрыванием стекла, чтобы наполнить травлен. Не забывайте открывать трубы, которые отводят воду, иначе вы заполните шахты и нам наконец. Так, так, так. Делай это еще раз. Вентили покрути или рычаги подергай. Короче, увеличь давление. Вроде. Увеличить давление, он сказал. Откройте все вентиляторы на вход, закройте все выходные. Откройте все вентиляторы на вход, закройте все выходные. И в резервуаре остается нужное давление. Что-то мешает пройти. А, вот здесь еще. Все. Вроде. Открыть. Что-то происходит, что-то так. Открыт. Есть. Беги от прибывающей воды, куда бежать-то? Успеет.
вода, там и крокодилы. Просто вспомнилось, ясно? Вспомнилось. Охренеть, вспомнилось. Сторону, вода, бежим, бежим. Куда бежать, где я? Может, это прозвучит глупо, но где вода, там и крокодилы. Просто вспомнилось, ясно? Вспомнилось. Блин, я опять, короче, не туда побежал. Охренеть, все. Не успею. А, во, воздух есть. Давай, ну ты чё? Застрял. Так. Что нужно сделать? Что за тайник? Надо выстрелить по нему, и что-то будет. Да. Так. Эй, нужно еще немного воды. Попробуй по лестнице. А где лестница? Вижу. Значит, я на правильном пути. Что делать? Ага, вход наверх, я не заметил. Ой, ящичек. Эх, тихо, не прыгать, не прыгать, не прыгать туда. Где тут змеи? Я уже слышу, да. Так, что дальше? А где змеи, там и крокодилы. Не, погоди, это проводу.
Росомаха. Хреново. Завалил. Крокодила Данди. Ой, спасибо, спасибо. Фиг знает, с какого раза справился. Симпапушечка, она снова с нами. Как же это облегчит мне жизнь. Теперь, когда расчесываешь укусы, можно не бояться занести инфекцию и помереть от сепсиса. Ну, спасибо. Респект тебе. Я вообще собиралась помогать людям, все такое, а не корешки в грязи дергать. Можно я пойду с тобой? Устрою лабораторию у тебя в саду или где угодно. Прокачаю твою иммунную систему. Будешь чувствовать себя зашибись. Конституция, вот это вот, все. Я, короче, там сейчас обустроюсь, да? Ну все, я пошла. Обживусь там. Еще раз спасибо, дружочек. Все, еще один специалист процветания.